Так, пацаны, мне его надо сейчас как-то пригвоздить. Все. Давай, я пошел. Ай, блин, я не смог пригвоздить, он меня обманул. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Васаби, Радекс, Пик. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Сегодня мы играем Гаррис Мод. Самая крутая рубрика на моем канале, которая набирает десятки миллионов просмотров. Аниматроники пугают охранника. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Погнали! Ребята, на этой карте тратится энергия, поэтому нам предстоит очень-очень сложно. Надо быть очень внимательным, сегодня очень злой аниматроник. Так, у нас есть что? Есть камеры, да, на этой карте, насколько я знаю уже. И все работает идеально, да, я вижу? Так. Ой, Дима, лучше на левой камере вот так поставь, чтобы мы могли видеть. Так, это не левая камера? Вот. Вот стоп, так, да, пусть будет? Или вот так вот? Да, не, давайте, наверное, лучше в коридоре, чтобы мы видели. Он ушел. Мы видели. Открываем двери. Привет. С этой стороны он подошел. Мишка Фредди. Стоит? Да, стоит. Стоит, уходит, так. А где? Открывай двери. А где Радек? Стой, он может обмануть. А я не знаю, где еще? У нас же три охранника. Вот он, он возродился. Стой, подожди, нет, лучше закрой. Закрыть? Ну, никого нету, я смотрю. Идет. Я успел, фух, ребятушки, это было на соплях. Это очень стрёмно. Он очень быстро. Это быстро, аниматроник. Есть. Я успел закрыть. Отлично. Внимательно, пацаны. Пошел. По камере его видно прям хорошо. Идет медленно, кстати. Так, открываем двери. Ты думаешь, мы додики? Мы сегодня очень умные. Мы сегодня постараемся сделать так, чтобы аниматроник нас ни разу не смог убить. Пацаны, мы сможем это сделать? Ну, не знаю. Если кто не успеет закрыть двери, тут кто у нас будет? Лох. Ребята, кто сейчас смотрит ролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в наш Дискорд, любой может зайти и записать с нами очень классные ролики. Так, отлично. Смотрите, энергия сколько у нас потратилась? Где-то треть... Не, четвертая часть. Так, а где он? Ушел. Он да бесшумный. Фокси бегает. Да, он очень тихий. Скажешь, когда закрывать? Закрой. Отлично. Ну, успел. Открывай. Так, я вижу его, ребята. Это очень быстрый аниматроник. У нас есть одна камера, что нормально. Я успел. Блин, да не успел, маленький челепиздрик пришел. Он вышел. А что, вроде я, да, не успел двери закрыть или нет? Да. Ну что, постоянно я. Полулох. Открываем тоже двери. Кстати, можно этим ключом, если открыть там дверь. То можно генератор. О, пусть будет, ребятушки. Мы сейчас дальше туда, когда у нас уже будет садиться энергия, мы пойдем заведем генератор. А где этот ключ лежал? Тут на столе? Вот, да. Там марионетка. Марионетка? Да. Так, давайте поклачаем камеры. Так, это левая. Это главный зал у нас. О, давайте главный зал. Мы реально будем видеть, в какую дверь он бежит. Очень атмосферная карта. Так, все, знаете, тут жужжит. Дима, что-то у нас не получается, мы вздыхаем. Да, аниматроник нас сегодня красиво обманул. Но я не ожидал, что он такой, знаете, очень тихий и быстрый. Но марионетка, она, в принципе, всегда так делает. Гает на крыс. Может, тут дверь откроем? Алексей, закрывай. Так, пришел. Давайте посмотрим. Блин, короче, очень страшный. Может, вы как-то отличаете его, а я ключ от генератора сведу. У нас еще энергия есть. Есть, она закончится. Нам дали для таких случаев пригвождатель. Мы его, короче, пригвоздим, и в это время побежим и заведем генератор. Ну еще время есть. Я положи его пока на стол, да? Так, отлично, ребята. А где он? Не знаю. А, я его вижу. И где? Просто что-то Радек стоит. Не знаю, зачем. О, у меня есть классный фонарик. Который бьет далеко. Сейчас я возьму оружие Underhell. Там очень классный фонарик есть. Так, возьмем топор. Я с топором спокойнее.
Ух, смотрите, просто какой у меня фонарик теперь. Энергия очень быстро садится, когда две двери. Одну дверь открываем обязательно. Ой, блин, классный аниматроник пришел к нам. Так хочет обмануть нас, но у него не получится ничего. Дим, как там еще раз оружие называется с хорошим фонариком? Underhell. Тихо идет. Там более ниже находится этот пак. Открой, открой, подожди. Сейчас там он может обмануть. Спокойно. Так, сейчас, когда уже дойдет до монитора полосочка, мы пойдем заряжать энергию. Пришла голова Фредди. Я успел. Эй, все! Аниматроник вообще сегодня очень сильный попался нам. О, пошел, пошел. Так, это с какой стороны сейчас камера включена? С левой или с правой? Это левая. Понял. Так, я беру, наверное, пригвождатель, пацаны. Мы сейчас пойдем, наверное... Будем заводить энергию. Сейчас уже до экрана будет доходить. Ну, пойдем. У нас еще есть ночной режим на N английскую, помните? Конечно, можно две закрытые двери держать. Так, пацаны, мне его надо сейчас как-то пригвоздить. Все. Давай, я пошел. Ай, блин, я не смог пригвоздить, он меня обманул. Вот хитрый. Аниматроник реально хитрый попался. Встал за углом круглого дома и убил меня. Блин, круглого дома? Что? Ну да, ты не знала? Вы попробуйте, пацаны, энергию завести или нет? Я иду. Я иду. Я иду заводить. Ай, да блин, откуда ты взялся? Все. Вот это жесткий мужик. Он не дает даже завести мне. Ой, завести, пригвоздить себя. Васаби, я сзади. Ой. Смотри назад. Здорово, как дела? И он. Ай-яй-яй-яй, я боюсь. Ну ладно, генератор открыт, что можем побежать спокойно. Дим, слышишь звуки? Да. О, ты завел? Молодец, ребята, у нас энергия заведена. Сразу видно, поставили все лайкосики. Ну, конечно, у нас немножко жертвы были, но тот, кто пошел с ключом, он смог. Ты его убили. Ладно, ты не смог. Тратится энергия? Тратится, да? Да, тратится. Тратится, я вижу. Так, а где он? Я чуть не открыл дверь. Так, середина ночи. Ай. И отсюда. Молодец. Побежал. Вы его видите? Есть, я его пригвоздил, быстрее, пустите. Отлично. Так, наконец-то мы аниматроника смогли обмануть. А ты что не пригвожден? Он пригвожденным может ходить. Это такой аниматроник, ребята, видите, есть такие виды аниматроников, которые невозможно пригвоздить. Все, я понял, пригвождатель не работает, можем его засунуть в одно место, не буду говорить это место. Кто догадался, можете написать в комментариях. А где мой любимый фонарик? Ставим. Вот это он быстрый, да, сегодня, пацаны? Так, я вижу, наш хардкор. Побежал. Да, это реально хардкор. Убил. Все, кто туда пытается, короче, пройти, он всех мочит. Я даже боюсь выходить. Тихо. Я слышу, он топает. Рискуем. Все равно не вернется, можно... Блин! Короче, все, кто выходит с офиса, они моментально погибают. Так что, пацаны, выходить нету смысла никакого. Откройте! Там... Блин. Это уже зачем открывать, можешь и так. Ловушка. Так, закрывай. Так, можно вторую дверь открыть. Так, пацаны, давайте будем играть очень четко. Энергию мы заводить больше не можем. И у нас у всех по две жизни. Если мы каждый умирает по два раза, то все, мы проигрываем. Что за звук? Голова кто-то бьется? Есть, молодец. Молодец, нам надо продержаться 4 минуты. Хотя бы 3. Это он отвлекает аниматроника специально. Давайте камеру покажем, где он там. Где это? Кто-то головой бьется. Может, это аниматроники бунтуют? Это я. А это ты? Ты где? Да. А где ты? Я где-то. Я не скажу. Я его вижу, вот он, смотри. Вот он, смотри, вот он. Он в коптерке сидит. Ой, зачем я сказал?
А, ну все. Прощай, ты был хорошим охранником. Так. Так, да. Минуту мы уже продержались. Это хорошо. Энергии хватает. Будь внимательным. Открой. Так, вот он, вот он, вот он, вот он. Ребята, он хочет нас обмануть, но у нас у него не получится. Так, открывать. Он там? Молодец. Каш, когда закрывать? Блин, страшно, очень страшно. Так если бы мы узнали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, давайте мы посмотрим вот сюда вот. Его нету. Есть. Ой. Ой. В попе так, все. Один слился. Ика, спасибо. Я сказал бы, если бы надо было закрывать. Потому что он побежал резко, я испугался из-за этого. Где он? Где он? Ну, с обеда я вышел. Будь внимательно. Вот он. Дверь закрыта. Подожди, давайте левую камеру включим. Я правую. Левую. Ух ты, там по сцене бегает. Блин, будет жопа, если энергия кончится у нас. Надо дверь тут, наверное, открыть с этой стороны. Блин, а, ну ё-моё, ну ты псих. Обманул, обманул. Я даже подсказки не думал, что я так. Да блин, я не увидел. Я просто подсказки не понимаю, не очень умный. Так. Так, так, так. Кашка, надо закрывать. Я слышу, он топает. Что мы проиграли? Ай-яй-яй. Аниматроник жесткий оказался. Так, давайте, последняя схватка. Все охранники живы. И еще одна у нас попытка, пока энергия не кончится. Убьет она нас или нет? А сможет обмануть? Да, бывают такие моменты, когда охранники тащат. Но в этой серии, видите, попался аниматроник такой. Очень сильный, очень. Это как это 99-я ночь, что ли? Не открывайте, не открывайте эту дверь. Он там сзади. Вот он уже идет. Я его пригвоздил, пацан, он пригвоздился. Отлично. Открывай! Нет. Лошматки, тва лошматки. Пацаны, откройте двери быстрей. Двери, 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 закрывай. Закрывай сразу. Блин, очень страшно. Смотрите, с гвоздями ходит. Какую-то команду, что ли, вел? Антигвозди. Нет, я просто присаживаюсь, и он идет. Ах ты хитрый. Он идет. Закрой, закрой, закрой! Я просто на всякий случай активирую. Пока не взрывай, не взрывай я пока. Надо, короче, наверное, его сюда впустить и пожертвовать своими жизнями. И мы его тогда сможем убить. Но у нас еще энергия есть. Закрывай, закрывай, закрывай! Будем сидеть до последнего, пока энергия не кончится. Так. Без фонарика, конечно, совсем печально. Все очень плохо видно. Бомбу так повыше сделаем, чтобы мы не взорвались. А, я вижу, где ваша бомба! Ты не должен ее взрывать? Мы ее должны взорвать вместе с тобой. Ты должен умереть. Закрывай, закрывай. Отлично. Он так, скамит. Его нету, его нету. Все, он выбежал. Отлично. Вот это быстрый аниматроник сегодня. Вот он. Нифига себе, он за секунду пробежал просто с одной стороны в другую. Закрывай! Закрывай! Он обманул. Вот обманщик какой, а? Закрывай. А мы же видим по камере, мы же видим по камере. Вот он. Открывай здесь. Ай. Мы увидим, мы увидим его по камере, да. Никого нету, никого. Есть. Молодец! Молодец! Не, потому что с реакцией хорошо. Отлично. Все, держи. О, какой быстрый! Я опять закрыл. Не успеешь. Ты че он быстрый? Так, дверь открыта. Блин, боюсь постоянно. Он но придет он и убьет. Он нас скамит. Мы тебя по камере видим в Асабе. Ах вы. Уть. А, мы такие. Я знал, что он придет. Да
Давай, Дима, лучше я буду закрывать двери. Энергия скоро кончится. Ничего, ничего, я знаю, что делать, когда энергия кончится. Будем на туалеты смотреть. Где он? Он нет, он. Мы должны фонариком вот этим вот и глаза резать ему. Это ж Фокси. Так, еще энергия. Мне даже интересно, в какой момент он сядет. Закрой, закрой, закрой! Он когда пригвожден, а он на кон... Он все равно бегает. А как он? Ты не попал, да, пригвождателем просто? Просто проверить, откуда. Так, смотрим, энергия еще есть. Иди отсюда. Что, она странно, она будто аж тут садится, что ли? Иди отсюда. Молодец. Так, мы тебя по камере видим. Так. Что, там попали по тебе немножко? Жизни отнялись? Нет, я просто видел. Ох, какой жесткий, а? Быстрый, очень быстро. Закрывай, 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 закрывай. Отлично, не успел. Энергия садится. Попадаешь. Ага, я чуть не открыл, кстати. Он, кстати, там сзади. Ай! Молодцы! Умный, умный. У нас тут бомба, вы чё, сейчас как взорвется все. Так, энергия сейчас скоро сядет. Давайте проверим, сядет. Убил? Дверь надо закрывать вовремя. Я понял, ты мы это... Взрывать бомбу? Нет, 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 еще энергия не села. Закрывай, закрывай. Все, взрывай. Теперь села. Взрывай, 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 взрывай. Что получилось? Есть, мы убили его. Это, знаете, тот случай, когда убили аниматроника и себя. Если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения после моих роликов. Еще.